Трагедия в Хабаровске лишний раз доказывает, что родители должны быть насторожены в вопросах безопасности детей. Летние каникулы самые продолжительные. Часто ребята отправляются в оздоровительные лагеря. Чтобы отдых прошел с пользой, необходимо выбирать легитимные учреждения, которые внесены в официальный реестр. Мы очень тщательно проверяем оздоровительные лагеря, которые находятся на территории Одинцовского округа. Работа эта начинается задолго до летней кампании. Она начинается практически в январе, феврале, в марте месяце. Это изучение документов тех лагерей загородных, стационарных, которые находятся на нашей территории. Изучение безопасности. Их смотрят все надзорные органы. Существуют стандарты, которые подходят к загородным оздоровительным лагерям. На территории округа 5 летних оздоровительных лагерей. Их деятельность тщательно проверяют надзорные органы. Причем комиссия выезжает не только перед открытием смены, но и в процессе нахождения детей в учреждении. Для нас, конечно, большое счастье, когда ребята возвращаются, приезжают и не хотят отходить от автобусов, которые привезли их из лагеря, потому что им было настолько интересно, и они хотят сохранить каждую минутку пребывания вот в этом лагерном коллективе. А для нас это еще большая удовлетворенность и понимание того, что мы сделали все правильно. Недобросовестные организации часто вводят в заблуждение родителей. Чтобы называться летним детским оздоровительным лагерем, нужно соответствовать всем нормам и требованиям. Часто небольшие сменные группы собираются стихийно. И вот здесь может поджидать опасность. Несертифицированное оборудование, отсутствие режима дня, правильного питания. Все это может в лучшем случае просто омрачить отдых вашего ребенка. В худшем – привести к трагическим последствиям, когда по халатности взрослых гибнут дети. Если мы говорим как раз вот о трагедии, которая вот пожар произошел в лагере, то нет ли на территории лагерей с дневным пребыванием загородных оздоровительных лагерей вот тех материалов, которые легко горючие, нет ли токсичных каких-то материалов? Ведь это же все регламентируется и потом проверяется надзорными органами. Инспекция летних оздоровительных лагерей на территории округа будет продолжена. Надзорные органы в первую очередь проверяют безопасность нахождения детей в учреждениях. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».